Дорогие друзья, станция Lime TV продолжает свою работу, и прямо сейчас рядом со мной находится заместитель директора по учебно-воспитательной работе техникума отраслевых технологий, наши постоянные гости, участники многочисленных мероприятий Дома молодежи. Итак, это Анетта Александровна Эйна, и что вы можете пожелать в честь пятилетия Дома молодежи нам и вам? Придете ли вы к нам еще? Какие-то, может быть, планы и добрые слова? Хочу сказать, что мы очень любим это учреждение, мы его обожаем. Наши студенты практически ежедневно посещают различные студии, которые организованы в Доме молодежи. Прежде всего, мы желаем здоровья, улыбок, чистого неба над головой всем сотрудникам Дома молодежи. Ну а самому учреждению, конечно же, процветания и реализации только самых лучших и самых интересных проектов, которые будут работать на благо процветания нашей Тамбовской области. Спасибо огромное. Это была Анетта Александровна. А также вот я вижу, что с ней присутствуют ее воспитанницы. Дом молодежи – это одно из лучших заведений нашего города, и мы с радостью любим посещать это заведение. Я хочу пожелать всем ребятам, которые здесь занимаются, проводят все свои свободные часы здесь, чтобы они никогда не унывали и не бросали свое любимое дело. Я хочу пожелать Дому молодежи в его день рождения дальнейшего процветания, прекрасных мероприятий и, конечно, чтобы наши ребята участвовали во всех ваших проектах.